Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Майкл. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Crysis 3. Но ближе к телу. Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. В последней серии нас завалило. В результате костюм полностью неисправен, судя по всему. У нас остался последний бой. Давайте посмотрим, как это произойдет. Так, а по оружию у нас есть лук, кстати говоря, это неплохо. Но пистолет, я думаю, с фонариком будет получше. О, тут капец вообще, что творится. Костюм у нас, конечно, и не через такое проходил, так что, я думаю, со временем отремонтируется. Но пока что Пророк вынужден полагаться на свои силенки. А не на мощь костюма. Так. Мы сделали это! Сделали! Нужно перегруппироваться! Найди остальных! Мы только что пережили обрушение зданий! Мне нужно передохнуть! Что если нас достанет что-то еще? Ничего не случится! Конечно! Ничего не случится! Так, куда фонарик потух? Фонарик, очнись. Фонарик, похоже, помер. Я могу такой ствол приделать на фонарь? Ой, на пистолет. Круто. Ничего не вижу. Оп, тихо. Да, вот это беда. Даже подсветки никакой нет. Хорошо. Я говорил с пророком. Я думаю, он теряет себя. Что бы ни случилось в той сфере, его это потрясло. Убирайтесь из моей головы. Да, как обычно, то, что пишут в субтитрах и то, что говорят в озвучке, не совпадает практически полностью. Но да, это мелочи. Главное, что общий смысл передаю. Наш герой теряет рассудок. Клетки ДНК цефов влияют на его разум. Как бы он в результате на самом деле не влился в сверхразум, как бы он не поглотил его. Тихо, тихо, тихо. Ой, япона мать. Так, ладно, нормально. Куда мы вообще попали? Это же капец просто. Еще ниже. Прыжок веры. Так, ну там я что-то вижу. Они думают, что я Альфа-Сеф. Ты становишься Сефом! Я Альфа-Сеф. Костюм ожил, уже хорошо. Щупала цефов. Это всегда плохо. Как помните, на таких щупальцах в свое время подняли целый национальный парк Нью-Йорка. Что это? Сложно понять. Костюм опять сбоит. Так что на многое бы я не рассчитывал сейчас в бою. Надо выбираться. Тот самый луч. Так, ну что, очередной прыжок веры. Что нам остается? Либо оставаться тут, либо прыгать. Вперед. Причем нужно поспешать, потому что очень скоро через портал пройдут основные силы цефов. Нужно его закрыть.
Тихо, тихо, тихо. Ощущение, что мы в коллектор попали. Мы наблюдали глазные дежавю, ложные воспоминания, иногда признаки полного дативного расстройства личности. Так, ну ладно. Что-то там шевелится, я смотрю. Хорошо. Пока что вроде тихо, но я сейчас чувствую, мы нарвемся на цепу. Хотя, вполне возможно, они атаковать нас даже не будут, потому что... Ну, поняли. Мы для них вроде как свои. Офигеть. Вот это явно передовые инопланетные технологии. Я даже не хочу знать, что это такое. Мне что, прыгать еще ниже? С ума сойти. Нет, мне похоже, сюда нужно идти. Толчки эти. 52% расчетного пика мощности. Опознаны параметры корабля ксеноцефов. Прибытие через 30 минут. Помните эти кристаллы или что это такое? Такие мы встречали в первом кризисе. Они росли кругом вокруг корабля цефов. Так, хорошо. Какие-то патроны. Это нам, я думаю, сейчас пригодится. Что-то есть такие подозрения, что бой будет серьезный. Так, что это такое? Членам Совета СЭЛ. Ниже проведена шестая и последняя часть моего исследования видео видов цефов и их процесса колонизации. Прошу прощения, если она вас беспокоит, доктор Джей Кин, глава ксеноисследований. Колонизация цефов в третьей стадии. Если цефы второй стадии оказываются неспособны к терраформированию из-за активного сопротивления, начинается третья стадия. Вторая стадия у нас была в Крайзисе 2, помните там? Как раз с помощью этих щупал были попытки терраформирования поверхности. Третья стадия предполагает вызов более продвинутых воинов цефов из родительского сверхулья в галактике М33. Как было сказано раньше, о них известно мало. Кроме некоторой степени генетического родства с земными цефами. Они, скорее всего, полностью отличаются от всего встреченного нами до сих пор. Цефы второй стадии на Земле всего 40 лет, но уже представляют собой хорошо адаптированную, весьма эффективную вооруженную силу. Цефы-воины из М33 уже созданы миллиардами лет боевой эволюции. Эти цефы, пожалуй, ближе всего к богам, чем все, с чем мы будем иметь несчастье встретиться. В течение нескольких часов, если не минуты секунд, даже самый развитый враг будет повержен цефами третьей стадии. Спорная планета будет превращена в еще один улей. Еще один шаг к господству цефов во Вселенной. Третья стадия может быть осуществлена несколькими путями. Но предпочтительным для цефов методом является создание червоточины пространства-времени, позволяющей полностью оснащенному боевому кораблю цефов переместиться прямо на внутреннюю орбиту. Если воин цеф третьей стадии доберется до Земли, нас может спасти только чудо. Он, судя по всему, добрался. Ну, вы увидели это дерьмо. Так, мне бы, конечно, какой-нибудь огнестрел, кроме пистолета. Реактивный огнемет — это, конечно, хорошо, но... Так, костюм, не подводи меня сейчас. Войти в лабиринт и убить Минотавра. Где эта тварь? А это ты. Так, понял. С вами могут быть проблемы. Не очень большие, но неприятные. А как так, ёлки-палки, зачем ты дернулся в последний момент? Ладно, валим.
Тихо. Мне бы хоть какую-нибудь пушку. Посмотрим, каково. Япона, мать. Вот это проблема, вот это вот уже настоящее начинается. Без костюма, как без рук, да? Так, нужно обезвредить эти мины. Готово. Теперь мы тут можем пройти. Костюм, кстати, вполне себе неплохо помечает цели. Но не работает пока на полную мощность. И это что такое там? А это турель. Ну-ка. Вот так. Давай, сейчас мы вам устроим баню. Давай. Отлично. Так, ну, придется воспользоваться твоим образцом технологии. Ну, честно говоря, я не очень люблю эти штуки. Мины, конечно, да. Прикольные такие. Это что-то типа реактора, я так понимаю. Так, хорошо. Пушка пока отрабатывает по полной. Это наша основная защита на данный момент. Зачем ты выбросил, не надо. Миномет, конечно, получше будет. Тихо. Вы же понимаете, что так просто все не будет, да? Сейчас наверняка придут пара-тройка нехороших ребят. Так, ну-ка подожди секунду, родной. Хотя нет, тебя я не зашибу. С энергией что-то вообще хорошо. Он просто вырубает. Что? Вперед. Офигеть, я даже не хочу знать. Давай просто закончим. Проблеск будущего. Что для этого нужно? Я должен стать более сефом, чем сами сефы. Что ты тогда будешь делать? Так. Проблемы. Почему бы тебе не встретиться со мной лицом к лицу? Я думаю, отбиться будет сложно. Мы справимся. Не накрыла. Это не так, чтобы просто. По чуть-чуть.
Почти. Давай. Готов. Сломали. Хорошо. Так, выкинуть этот мусор. Сила. Мне нужно больше. Давайте, вылазьте. О, хорошо. Пушка вообще просто, конечно, кошмар. Готов. Что я делаю? Что мне делать? Убираться отсюда? Хорошо, валим. Луч свободы 61%. Пик мощности горла гипертоннеля. Максимальное расширение. Корабль ксеноцефов ожидается через 25 минут. У нас еще есть время. Мы запустили необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора. Окей, мы справимся. Носитель разума. Да, я блин, могу не то. Использовать их силу против них. Да этих уязвимостей у меня просто как у дурачка фантиков. Они прут ко мне. Нужно подобраться поближе. Ломай его, ломай. А нас уже убили, отлично. Ну, это будет сложно. Пока что эти вот огнеметчики, они самые проблемные, потому что их очень сложно убить. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Идет уже. Как же мне обойти ты мимо вас? По-любому никак не пройдешь. Ну, давай. Да, дальше у тебя, конечно. Я зря. Да. Блин, пройти будет сложно. Короче, надо выбрасывать. Сегодня нужно. Хотя с этой пушкой все равно по-любому придется. Не знаю. Придется постараться, короче. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Пушку не выкинул, я надеюсь. Потому что его снайперка мне сейчас пригодится. Да, похоже, уронил. Неудачно. Как же пробиться-то мимо вас? Но поверху лучше идти не стоит, я так понимаю, потому что вы видели. Сейчас саботируем мы вам охлаждение.
Бешеная скотина. Сейчас посмотрим, кто кого. Где моя пушка? Да, под водой ее взять не могу. Отлично. Давай, давай. Что, у тебя под водой руки отваливаются, что ли? Ладно, неважно. Давай, иди сюда. Надо его выманить. А, даже так? Ну, хорошо. Минус. Так, мне нужно подойти или просто выстрелить достаточно? Плохая пушка. Очень плохая. Так, нет, подожди, пардон. Просто в клочья. Давай, иди сюда. Фу, так. Потихоньку, помаленьку. Я думаю, все у нас получится. Гранат, к сожалению, не очень. Во, как накрыло. Отлично. Отлично. Так, все. Теперь мне бы тебя взломать. Было бы просто прекрасно. А ты меня расстреляешь, да? Так. Так. Вот так. Все, теперь на нашей стороне мощный союзник. Ходите, эу. Я не против. Да подожди, не поднимайся. Блин, ну это капец, это сложно. Но мне нравится именно как-то необычно, прикольно. Что делать? Вот сюда, что ли, выстрелить? Хорошо. Возможно. Выкидывай. Моя пушка. Это было ужасно. Так, и что это? Это помогло мне, нет? Похоже, что да. Хорошо. С жнецом побегаем. Тоже неплохо так. Ну, пойдем. Смогем, конечно. Ну давай. Не просто костюм. Так просто или не просто? Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цепы никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Окей. Смотри, поналезла. Сейчас турелит работать, я думаю. Ты пытаешься мне что-то сказать, да? Думаешь, зарядка нано-костюма не повредит тебе? Смотри сюда! Так, ну? Тихо.
свидания. Тебе того же. Отлично. Не уйдешь, скотина. Ох, клочья. Ну давай, надо валить. Хорош. Свободы на 81%. Сейчас, я думаю, последний будет. Так, аккуратно. Ай, чуть не разбился. Хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Побольше зарядов бы, конечно. Поблизости должен быть еще один носитель разума. Где-то с болота. О, это интересно. А, отсюда фигачит. А я-то думал. Хорош. Фу, блин, офигеть. Я даже не знал, что он тут. Пошли, почти дошли. Ладно. Патроны кончаются, это печально. Нужно быстрее ломать эту штуку. Все. Край. Нужно отсидеться. Что-то совсем плохо. Так, ну. Давай, покажись. Там, смотри, там вообще плохая штука. Давай, отрабатывай. Блин, ну то, что происходит, это капец. Если цефы второй стадии не способны провести терраформирование из-за сопротивления коренного населения, ну, это мы знаем. Третья стадия. Третья стадия подразумевает прибытие из галактики М-33 несравнимо более продвинутого. Понятно, мы это только что читали. Вот так, хорошо. Вот она, да. Давай, давай, давай. Сломать его, к сожалению, не получится, похоже. Да, получил. Скотобаза. Да, блин. Да один тут такой красивый. Эта пушка, конечно, выручает. Так, ну что, почти дошли. Откуда-то отсюда, я думаю, лучше будет идти. Мины активны. Вас вырубить-то. Блин. Это может быть опасно.
Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Где Иисус? Только взгляни на себя сейчас. Так, ну что, осталось закрыть червоточину. Это, я так понимаю, будет совсем непросто. Думаешь, вон я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна! Где ты, сволочь? Офигеть. Война во все поля. Сейчас тебя найду, скотина. Не понял. Развались к чертовой матери. Что, живой, что ли? Да ефона, мать. Ну, давай. По кускам пошел. Со всеми все равно не справишься. Ох, офигеть. Так, надо бежать. Это явно край. Фу, а тут первый, а тут второй посильнее. Третий. Над нами еще там чертова туча. Почти готово. Ну, падаю же. Ой, плохо. Давай, давай, пошел. С костюмом что-то вообще непонятное происходит. Так, надо пройти через эту установку. Не знаю, что это нам дает, но пусть работает. Ох, сколько у вас там. Знаете, то, что происходит под конец, могу сказать, что мясо страшное, но мне нравится. Это настолько не похоже на всю игру, что... Ну, то мне тоже нравилось, но это прям что-то совершенно другое. Напоминает какой-то олдскульный такой шутер, типа Дума там, или Unreal первого. Скорее даже Unreal. Давай, почти дошли, пробились. Вот и оно. Прям как луч синтеза, да? На цитадели в Mass Effect 3. Дежавю. Погнали. Вот это вид. Обалдеть. Чё, что это такое вообще? Он нас выключил просто, похоже. А, что ты сделал? Наконец-то, мать твою, ты
И я. Все по плану, а? Давай. Я вроде все правильно делаю. Надо лупить по нему. Ой, тихо. Что-то как-то это страшновато на самом деле. А, пошло, хорошо. Это то, что я думаю. Давай. Вошло. Нравится скотина. Меня сейчас разотрет. Давай. Тренос 2. Давай. Нет, это мой костюм. Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Танку, похоже, Крейн остал. Подожди. Где-то там. Так, раз пока затишье, давайте-ка мы вторую поломаем. Ехать не получается. А вон они. Это их, конечно, ошибка. Так, все, шевеления вроде прекратились. Ну что, что делать? Наверняка. Вот это. Сделаем это. Давай. Ой. Блин, надо было вылезать. Фух. Так, понял. А, блин, бери ты ее. Наконец-то, мать твою. Ты и я. Все по плану, а? Давай. Хорошо. Давай к танку, пошли. Пошел процесс. Да, это будет непросто. Давай. Хорошо, справились. Пока более-менее спокойно. Нет, включаем турели. Это мой костюм. Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Давай. Блин, они уже подходят. Ну. Вот так, все, отлично. Переступаем. Я думаю, понравится. С этой стороны спокойно более-менее все. Окей, где-то там. Все, кончился. Ладно, вроде более-менее. Давайте еще одну такую поищем. Наверняка есть.
А вон он. Нехило зарядил. Сделаем это. Тихо. Ой, ой. Давай, давай, лезь, 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 лезь. А! Да офигеть. Что это было вообще? Фу, все по новому началось. Отлично. Нет. Фу, я так. Не похож на тебя. Совсем не похож. Отлично. Контрольная точка. Я то, лучше нужно. Тебя. Сейчас я покажу, на что способен. Ну, давай, залазь. Я не похож на тебя. Совсем не похож. Я лучше тебя. Ой, это пафосная речь, конечно. Сейчас я покажу, на что способен. О, какой-то все-таки. Ну, пойдем, покажем. Да, я полностью ее вижу, ёлы-палы. Хорошо, давай ломай. Дохни, дохни. Готово. Так, чё кто еще? Сейчас, наверное, это полезет. Ну, типа того. Сделаем это. Супер. Не. Я не похож на тебя. Совсем не похож. Ну, наконец-то. Все вроде. Давай, уже просто сломать меня хочет. Да, это было непросто. Ну и тут уже, как видите, шансов никаких. В принципе, к тому все и шло. Давай, пророк, давай. Последний удар. Он твой босс. Сайкл. Это тебе за команду Раптор, сволочь. Получи. Это было круто. Бедный псих. Нет, пошел процесс. Идет, мы падаем. Мы. Майкл! Майкл, выбирайся оттуда! Я попал! Это проклятая сбруя застряла! Давай, ну. Только не псих. Майкл!
Я тебя вытащу! Времени нет. Мы опоздали. Они прошли. Я тебя вытащу! Пророк! Барнс, держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Барнс! Офигеть! Чем ты собираешься жертвовать? Это мы в космосе? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк. Пророк. Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс, держись! Ипономать! Если пророк выйдет из строя, что останется? Да, ребята, это полный пипец. Лоуренс. Что-то в тебе есть, пророк. Барнс, держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс. Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Это просто офигенно, как эта концовка. Я не знаю, на этом все закончится, что ли? Пророк погиб. Пришельцы победили. Давайте посмотрим. Нет! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция. Давай, направь его на них. По-моему, это самая огромная пушка, которую я когда-либо держал в руках. Так, ломаем. Ну, давай. Добрый день. Получи. Сейчас влупит. Сейчас влупит. Я думаю, им понравится. Еще на входе. Ну, это было круто. Офигеть. Ну это же понятно, что был билет в один конец. Билет, говорю, билет. Горим в атмосфере. Неужели долетим?
Это какой удар должен быть из самой орбиты, то есть на полной скорости влупиться Неужели выдержали? Это такое дежавю, привет такой с первой части, согласитесь? Прям такие же хибарки. А костюм где? То есть, вот так вот, да? Костюм, насколько я понял, просто полностью слился с пророком. В первую неделю учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок. Но все же, я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Ну да, они обалдеть. Они звали меня пророком. Кстати, я думаю, игроки в первый Crysis узнали эту первую бухту. Именно здесь начинается первая миссия, когда выходит солнце. Мы пробираемся мимо корейцев. Такой флешбэк. Запомни меня. Ну, что я могу сказать? Это, наверное, самая крутая концовка, которую я видел со времен Mass Effect 3. То есть, натурально, под конец уже челюсть отвисла. Это было настолько круто, что даже абсолютно корявая и убогая битва с боссом, она стоила того. То есть, даже стоило помучиться, чтобы увидеть такое. Игрушка, на мой взгляд, ну, я не могу назвать ее третьей части Crysis, потому что, ну, тут нововведений вообще ноль. По сути, это... Завезли более новый графон, в принципе, и все. Завезли новый сюжет. При этом геймплей на каких-либо шагов там вперед или назад нет. Это абсолютно тот же самый Crysis 2. Но при этом мне понравился Crysis 2, поэтому эту часть я воспринял именно как такое дополнение небольшое, но при этом довольно хорошее, потому что игра все-таки довольно короткая, да? Как вы заметили. В целом я очень доволен игрой, несмотря на то, что по большей части ожидал от нее просто крепкого боевичка, она мне прям вкатила под конец, очень понравилась. Надеюсь, вам также. Это было довольно-таки интересное прохождение, я проделал это с интересом. Надеюсь, с интересом смотрели вы. Увидимся в других видео. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.